Принц Гарри рассказал, как он чувствует себя в роли отца. Его высочество дал первое интервью после рождения первенца. Сегодня в королевском доме Виндзор праздник. Герцогиня Меган родила первенца. В последнюю неделю появления малыша ждали с особым нетерпением все: королевская семья, поклонники Сассекских, королевские обозреватели. После сообщения о рождении седьмого наследника на престол, фанаты не скрывали радости и поспешили поздравить пару в социальных сетях. Однако сегодня в Соединенном Королевстве определенно нет человека счастливее принца Гарри. В скором времени после сообщения о рождении малыша Сассекского в соцсетях сам Гарри поделился радостью в эфире Sky News. «У меня и Меган рано утром появился маленький мальчик. Очень здоровый мальчик. Мать и ребенок чувствуют себя отлично. Это был самый потрясающий опыт, который я когда-либо мог себе представить. Как женщины делают то, что они делают, за пределами понимания. Мы с Меган очень взволнованы и благодарны всем за проявление любви и поддержки. Это было замечательно, и мы просто хотели разделить это со всеми. Это невероятно. Я горжусь своей женой. Как каждый отец, как каждый родитель, я бы сказал, что малыш совершенно чудесный. За эту крошку можно умереть. Я просто на седьмом небе от счастья. Минус подчеркнул сияющий от радости отец. В момент интервью Гарри находился в Виндзорском замке. Малыш родился в 5:26 утра, и есть данные о том, что роды прошли в одном из госпиталей, но информацию о том, в каком именно госпитале, представители Сассекских предпочитают пока не сообщать. На переднем дворе Букингемского дворца уже успела появиться традиционная для таких случаев табличка с объявлением о рождении нового члена королевской семьи. Amazing experience I can ever possibly imagine. How any woman does what they do is beyond comprehension, but they're both absolutely thrilled and so grateful to all the love and support for everybody out there. It's been amazing, so we just wanted to share this with everybody. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. У нас на канале вы найдете много интересных видео. Впереди еще много интересного.